Фотографии, видео и селфи с флагом Казахстана сегодня разместили журналисты, спортсмены, активисты, общественные деятели и государственные служащие. Казахстанцы запустили патриотическую акцию «Ментумды Мақтан Етемін. Я горжусь своим флагом». Ее активно поддержали казахстанские пользователи социальной сети. Пользователи ставят на аватарки фоторамки, где на казахском и русском языках написано «Я горжусь своим флагом». Это, ну, правильно, потому что все начинают узнавать о Казахстане, что казахский народ – это такой интеллигентный народ, что все это ложь и фейк. Я думаю, нельзя трогать государственные символы, поэтому я поддерживаю это. Акцию «Я горжусь своим флагом» поддержали сотрудники медиахолдинга ОТРАР. И с сегодняшнего дня изменился у нашей телекомпании и логотип. Принять участие в акции может любой желающий казахстанец. Для этого достаточно установить на своей аватарке в Facebook одну из предложенных фоторамок с казахстанским флагом.